Мышкова танцев буги-вуги. Элвис! Так, серьезная подготовочка. Да вы что? Так. Судя по обуви, по костюмам, вы будете, наверное, петь. Ну, если не получится станцевать, наверное, попробуем, да. Кому какая вот женщина? Можно догадаться. Красный с красным, вот зеленый с зеленым и черный с синим. А что вы еще вместе делаете? У меня лично и с женой. Это основная работа. Где жена? Вот это жена? Подождите, вы сами сказали, зеленый пиджак танцует. С зеленым. Кажется, я понимаю, что у вас тут происходит. Итак, это шоу «Семейные вопросы». И сегодня мы ответим на все вопросы, которые у вас накопились. Скажите, с кем вам комфортнее танцуется? С мужем или с тем, кем вы танцуете сейчас? На выступлении комфортнее со своим партнером, вот, который так. В красном зеленом пиджачке. В этот момент на мужа просто. Ну, он постоянно мне делает замечания. А что обычно говорит? Вот. Расслабься. Вот. Правильно говорил? Говорил. Самое частое замечание. Что еще? Ну, напрягись. Да как понять? И все это, пожалуйста, одновременно. Ну, это все. Ну, ладно, все. Носки оставляют где-то там на диванчике? Ну, да уж. Нам мне еще с ним домой идти потом. У них этот танец. Ты сегодня опять носки не убрал. Расслабься. Расслабься. Ты сегодня опять не поднял стульчак. Не напрягайся. Смотри на меня. Смотри на меня, да. Ну, на самом деле, смотрите, мы разобрали только одну пару, да, нашего коллектива. И пока мы не разберем все пары, на сцену вы не пойдете. А сейчас мы предлагаем вам пройти на сцену. Желаем вам удачи. Группа поддержки, давайте поддержите. Ух ты! Какая красота! Здравствуйте! Здравствуйте! Вы будете танцевать? Да, попробую. Настроение у вас классное? Отлично, развеселили нас хорошо сейчас. О, да. Кто? Сантехники, электрик. Показывайте, на что способны. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, look right in my face. Костя, давай, твоя специализация. Хорошо это? Они только начинают, подожди. Мне кажется, ты уже сейчас мог бы сказать. Ну, девочки хорошо. Девочки хорошо? Да. Согласен, я, кстати, соглашусь. О, это мое любимое движение. А вот Серёга с женой танцует. Ага, обманул. И все закончилось традиционно. Вот так вот. На вас приятно смотреть. Помимо того, что вы сами по себе красавчики, стиляги. Такой рок-н-ролл нам тут включили. Настоящий, вкусный. Браво, браво. Мне нравится. Игорь Васильевич, вы так смогли? Я люблю буги-вуги. Не танцую, но люблю. Это было энергично, и мне сподобалось. И, по-моему, это хопа, и все відбулося за одну секунду. Слав, ты умеешь так буги-вуги? Я танцевал спортивный рок-н-ролл, поэтому я знаю, что это, как это и чем это едят. От вас я получил волну энергии, которая меня вдохновила сказать вам «да».
Я говорю да. Yes, of course. Продолжим. Мы послушали, о чем была речь, и решили, чтобы не было претензий. И как, не было вот этого? Типа, нет, расслабься, отлично, да, смотри на меня. Я даже на вас посмотрела в этот момент. В этот момент на меня? Ну, это вновь тема отдельной передачи. Ребят, мы поздравляем вас. Круто было, зажгли. Молодцы. Охранник даже есть у них, видишь? Кстати, да. Как мы его не заметили? Это что же как бы... Это работа охранника, человек... так, чтобы мы его не мы его замечали. Не, а человек, представьте, вот ты видел его комплекцию? Ты видел? Наверное, буги-буги танцует. Ну, может, просто он, может, он помогает и за кулис вбрасывает девушек.